перестал уже пойти. Рыжик решился сам пройтись по бамбуку. Иди. Люди. Глюкушки играют. Хотел и так пройти, и хочу и так вот спуститься. А, по-моему, перекрыто, закрыто. Страшно стало. Вроде высота небольшая, но тут страшно. Не всегда уютно мне на душе. Да, волны хорошие такие. Вода чистая. Открыли, походу, вон два чела ходят по пирсу. Рысь, ты где? Красиво. Гор не видно. Нос Мишки вижу. В тумане. В тумане Мефодька наш. Рыжик побоялся сюда идти. Вон стоит. Он на стекло наступил. Вот так вот просто не пройдешь. Если не держаться, короче. Нереально пройти. Вот так вот, друзья. Чего любишь? Иду. Не переживай. Здесь я вижу, как бы не грохнуться.
Иду я, мужик, иду. Да, я здесь, здесь, я здесь. Да, да, говорит, я здесь. Я красавчик. Красавчик. Сейчас можно прыгать тебе. Лапы чистые. Это ты мой красавчик. Это ты мой красавчик, Резик. Да, ты красавчик. Только не поцарапай куртку. Пошли дальше. Пошли. Пошли, мой братик. Пошли, Резик. Пошли, пошли, пошли. Все, хватит. Спускаемся. Не бойся. Потихонечку. Не торопись. Живучик. Живучик. Хорошо. Посмотрим бассейн сейчас. Баня русская. Блин, я даже вспотел в куртке. Теплом на улице. Рыжик, пойдем в бассейн искупаешься. Налево нам. Рыжик. Рыжик. Парит бассейн. Кайфово там. Я бы занырнул бы. А? Ты не можешь? Я занял, что я видел, купался. Вниз, Рэд. Вниз. Ты не печал. Как хорошо с собой ходить. Ты идешь, болтаешься. Одного можно ходить, тем более с мертвым томатом. Вот она, маленькая. Русская баня, берите телефоны. Здесь ветерок. Да, здесь уже ветерочек. Нормально намело. Смотри, мы куда, Рыжик, пришли с тобой. Дальше дороги нету. Дальше Турция, Рыжик. Турбей. Море чисто. Замечательно море-то. Цвет такой приятный. Такими пятнами каким-то. Аквамарины всякие там. Бирюза. Вот так вот с блогером ходить. А вы как хотели? Шитау. Цигль-цигль, алюлю. Рыжик. Красиво здесь. Что говорить.
пиво. Море не на шуточку разволновалось. Рыжик, ком туми. Шел снег, сейчас дождь пошел. Гигант там, дождь идет. Пробежаться надо с Рыжиком. Как тебе волна, Рыжик? Пустяк? Замечательная волна. Чистая водичка. Хотел на камеру с ним фоткаться на память, а он убежал. По снегу бегает, нравится ему так. Ну, волны хорошие, волны. Ого! Как, а? Прям на глазах. Вот подходил минуту две назад, не было такой волны. И видите, какая волна появилась. Еще себе, смотрите. Друг ждет. Идти надо. Друг ждет. Рыжка.
ноги, лапки помыл, да? Пойдем, Рыжик, пойдем. Нас великие дела ждут на набережной. Голубей еще гонять нам надо. Нас ждут великие дела. Красиво здесь. В Приморском парке, в Приморском Приказике. Ну, пальмы целые, не погибли после 5-7 градусов мороза ночью. Будем говорить, небо кроет, ветры снежные летят, да? То как зверь нас зовут, то заплачет, как дитя, да? Или нет? Смотрите, в школе плохо учился, вот этот кусочек отрывок запомнился почему-то. Удивительно. Я плохо учился в школе, наверное, из-за того, что я люблю сильно спорт. Перемены я бегом в спортзал. 10 минут побыть в спортзале, это был такой кайф. Сейчас 10 минут по мобилу залезть в угол поиграть. Тогда уличные игры были. Чайка летает, ищет жертву, а рыбы нету. Плавает, нырнул, нырок, вернее, баклан здоровый был. Так, а как же мне разделить ролик? Я там по парку ходил, да еще здесь. Давайте следующее видео будет набережная, Приморская набережная там. Короче, увидите. 24 декабря сегодня. Ялта.